Сколько себя помню, строил мосты и дороги. И сейчас еще много сил осталось, чтобы никому не уступить в работе. Могу целый день по горам ходить. Вот только прихрамываю, в аварию попал однажды. Но строить это мне не мешает. Иногда меня спрашивают, почему не беру денег за работу, для чего стараюсь. Что здесь ответить? Oh, my God.